Обсудили актуальные вопросы работы посольства Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике. Посольство работает достаточно активно. Сотрудников может быть и немного, но каждый сотрудник понимает свои тактические и стратегические задачи, понимает ответственность за конечный результат. Поэтому считаем, что посольство заслуживает особого отношения и внимания со стороны центрального аппарата МИДа и с точки зрения исполнения бюджетных обязательств в том числе. Посольство является опорным, базовым институтом для расширения наших контактов на Ближнем Востоке и ведет активную работу по расширению контактов с такими государствами, как Иран, Йемен, Палестина, Саудовская Аравия. Поэтому посольство Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике, его работа имеет особое значение для эффективности нашей работы. От имени нашего коллектива пожелал Баграту Рашевичу здоровья, прежде всего, в новом году и продолжения эффективной работы. В первую очередь я хочу поблагодарить Министерство иностранных дел Республики Абхазия во главе с министром иностранных дел Республики Абхазии Новым Батуевичем Арзенбо за активное взаимодействие и содействие дипломатической миссии Сирийской Арабской Республики, которая на протяжении 2 лет ведет активную работу по налаживанию и развитию внешнеполитических связей. Мы постоянно на связи взаимодействуем с Министерством иностранных дел Республики Абхазии, непосредственно с министром Иналом Батовичем Арзенбо. И мы видим эффективность в этом направлении, продуктивность и уверены, что в дальнейшем будут только развиваться эти отношения не только с Сирийской Арабской Республикой, то и в целом с рядом ближневосточных регионов, арабских государств. Уверены в том, что мы в ближайшее время уже принесем максимальные результаты для нашей страны, нашего государства. И в этом большая заслуга министра иностранных дел Республики Абхазии Инала Батовича Арзенбо, который пристально наблюдает и всегда отзывчиво оказывает содействие в этом направлении не только посольству Республики Абхазия, Сирийской Арабской Республики, то и другим дипломатическим миссиям. Огромное спасибо и думаю, уверен в том, что мы и в дальнейшем будем развивать все эти направления.